Есть у меня одна клиентка, которая машинка Moser 14.2.0 уже работает 7-й год. И я задаю вопрос, как вы это делаете? Она говорит, я ухаживаю за машинкой, смазываю. За 7 лет она меняла только ножевой блок и все. Так что я, например, лично эту машинку рекомендовал бы, например, для домашнего пользования, для начинающих, либо у кого нету средств, приобрести более мощную машинку. Машинка упакована вот в такой коробочке. На коробке видно, что машинка сделана в Германии. Есть штрих-код. Если мы откроем, машинка упакована. Давайте я сразу инструкцию достану. Он выглядит вот таким образом. Есть на русском языке. Упакована вот таким образом. Давайте достанем сразу машинку. У машинки есть защитный колпачок для ножевого блока. Да, неплохо. В комплекте идет масло для ножевого блока. Насадка 4,5 и регулируемая насадка. Есть даже инструкция, которая регулируется от 4 до 18 мм. Я потом покажу. И даже есть инструкция, как регулируется. Вот, вот таким образом он выглядит. И чуть не забыл, есть щеточка. Он далеко спрятался. Вот, вот таким образом он выглядит. Машинка вибрационная, у которой 6100 строк, 10 ватт мощности. Рекомендую при каждой стрижке или после стрижки чистить и смазывать ножевой блок. Давайте отдохнуть после 20-30 минут работы, потому что машинка не рассчитана на большие нагрузки. Ножевой блок Xian из высококачественной легированной стали. Ширина ножевого блока составляет 46 мм. Регулируется ножевой блок от 0,7 до 3 мм. А также, если вы хотите ножевой блок выставить, например, до 0,1 мм, вы должны сзади расслабить болты и передвинуть вниз. Не только кареткой регулируются ножи, но и болтами можно регулировать. Вес машинки составляет 520 грамм. Он эргономичный, в руке он лежит идеально. Корпус Xian из полимера. Шнур составляет 2 метра. Для удобства есть петелька. Машинки бывают 6 цветов. Бордовая, синяя, зеленая, белая, черная и серебро. Если у вас какие-то дополнительные вопросы будут, оставляйте под видео ваши комментарии, я с удовольствием отвечу. А также подписываемся, ставим лайки, приобретаем у меня эту машинку либо на сайте zepsu.com, либо переходим на страницу ВКонтакте. Всем спасибо, всем удачи!